Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Как только вы создали публичную страницу, закрепили на ней запись, вот так. И если у вас несколько публичных страниц и есть у вас группы, обязательно делитесь, чтобы постоянно не делать посты. Вы просто делитесь. Жмем «Поделиться», «Поделиться на публичной странице». У меня их около 16 штук. Вот, делитесь в своей хронике. Опубликовать. И поделиться на странице. Нажимаете, и вот ваши публичные страницы. Начинаете на всех страницах делиться. Также на второй, на третий и проходите все страницы. Дальше нужно поделиться в группе. У меня в группе где-то 35 тысяч участников. Вводите название группы. У меня есть английская группа, вот она первая выскочила. Делимся этой публикацией в группе. Есть еще русская группа. Переключаемся на русский язык. Поделитесь в группе. И делимся вот в этой группе. И теперь смотрим, что у нас получилось. Нажимаем хронику. И мои друзья 2978 у себя в ленте будут видеть вот что. Здесь стоит ссылочка на проект «Всем миром». Ну или какой-то ваш проект. Дальше заходим в группы. Вот, Ирина Агапова поделилась в группе проект Whole World. Зайдем в группу, посмотрим. 32 тысячи участников. Здесь у меня есть прикрепленная презентация. И вот, Ирина Агапова поделилась фото этой страницы. И здесь ссылочка. И зайдем также на публичные страницы. Заходим на публичную страницу, на которой мы делились. И вот в хронике все подписчики этой страницы будут видеть этот пост. А здесь стоит ваша ссылочка. Эта публикация полетит. Ее будут видеть все больше и больше подписчиков. Здесь подписчиков 98 человек. И эти 98 человек увидят эту публикацию.